За этот период у нас было больше всего, значит, вызовов детям. Это 577 детей было обслужено. В основном это заболевания, значит, органов верхних дыхательных путей. Это ОРВИ, ОРЗ, бронхиты, пневмония, в основном вот эти вызовы. ДТП было всего 14. Из них надо отметить ДТП, которое было по улице Зинченко. Это, по-моему, 30 числа было. Зинченко, где район Таможни. Там пострадавших было 5 человек.